Всем привет! Сегодня немного расскажу о электронном зажигании для мотоцикла Днепр МТ и покажу, как его установить на мотоцикл. Давайте рассмотрим комплектацию данного электронного зажигания. В комплекте у нас имеется, значит, две инструкции. Одна инструкция по установке электронного зажигания, вторая по установке катушки для электронного зажигания. Мелочевка имеется такая, которая нам понадобится при установке электронного зажигания. Вот модуль зажигания. Вот датчик холла, коммутатор вот здесь и бегунок с магнитами. И провода, которые подключаются к катушке. И катушка для электронного зажигания. Вот ее маркировка, которая имеет 4 вывода. 2 вывода, с которых выходят бронепровода на свечи. И 2 вот вывода, в которые входят провода с модуля. Катушка устанавливается вот этими вот выводами вниз, вот так вот. Она без проблем встает в штатное место. Вот в комплекте идет еще 2 таких вот зажима, которые фиксируют бронепровода. По комплектации все. О самом зажигании немного рассказал. Теперь можно перейти к установке зажигания на мотоцикл.